Good evening, 47. Прости, Джо в сделку не входил. Поклянись, что все, что ты сказал про цикад, правда. Зараза. Летя в гребаное небо, ты думал, что схватился гузовертлявую жопу. Закончи то, что начал. Наша жизнь прекрасна, брат. Вот бы она не менялась. И никогда не меняла нас. I'm getting too old for this nonsense. Хрень. Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Ви, слава богу, мне, наверное, нужна твоя помощь. Наверное? Ну хорошо, мне нужна твоя помощь. Давай встретимся. Спокойно, Панам. Без паники. Что у вас там случилось? Помнишь Соло, старейшину моего бывшего клана? Да. Вы вроде как поссорились. Теперь это не важно. Он... Его похитили. Это не телефонный разговор, Ви. Просто скажи, где и когда. У меня сейчас камень с души свалился. Приезжай к Альдекальдо. Там все расскажу. Альдекальдо? Я думал, ты от них ушла. Долго объяснять. Просто приезжай скорее. Жду. Ви, спасибо, что приехал. Расскажи, когда ты успела помириться с Альдекальдо? Ты не подумай, они по-прежнему меня бесят. Но, понимаешь... Это семья. Ну да. Ну рассказывай, что у тебя? Духи схватили Соло. Этот идиот уехал с небольшим патрулем и так и не вернулся. Это точно духи? Мы понаблюдали за их лагерем. Они там держат пленных, в том числе кого-то важного. Нам надо отбить Соло. Не знаю почему, но я решила обратиться к тебе. Я тоже когда-то жил с кочевниками. Похоже, даже город не может нас изменить. Тут сложно спорить. Ну, дружба дружбой, но ты же не побрезгуешь одной из лучших снайперских винтовок на западном побережье. Град от Техтроники. Ты уже видел ее в деле. Плюс получишь уважение Альдекальдо. Звучит неплохо. Когда возьмешь ее в руки, поймешь, что это не неплохо, а круто. Пошли, меч по дороге объяснит, что к чему. Надо же, Панам и Ви. Что творится-то? Он вернулся? После того, что случилось со Скорпионом? Ну, значит, Соло крышка. Не обращай внимания. Ты правда хочешь это сделать? Кто-то же должен. Ты ведешь себя как сумасшедшая, ты в курсе? Кто-то же должен. Где меч? Он должен был меня тут ждать. Будет с минуты на минуту. Ха, ты не говорила, что с нами будут чужие. Сейчас любая помощь пригодится. А что не так? Если мы просим помощи у чужаков, значит, у нас все очень плохо. Поэтому мы все сделаем по-тихому. Лобовая атака — это самоубийство. Меч уже занялся разведкой. Ви пойдет в лагерь духов, а я буду прикрывать его издалека. Минутку. Ты предлагаешь нам идти вдвоем? А вы-то что, остаетесь? Да ты оглянись. После атак пол лагеря не стоит на ногах. Провианты, боеприпасы застряли где-то под Рино. Насчет техники... Лучше промолчу. Мы глубоко в жопе, парень. И лично я сомневаюсь, что мы выберемся оттуда. А не переместимся еще глубже. Поэтому... И вы просто понадеетесь, что с ним все будет хорошо? Страшно подумать, что бы вы делали, если бы речь шла о ком-то менее важном. Ты переходишь черту. Так, спокойно. Ему не обязательно понимать. А вот и Мич. Я запустил дрон над лагерем духов.
Глянешь или будешь дальше выражать мнение? Мич, как ты? Вот бы изолента могла решить все проблемы в мире. И вообще, ты бы лучше думал не про меня, а про Соло. Будешь смотреть или нет? Ну, поглядим, что там. Только недолго. На дроне активная маскировка, чтобы стилеты не заметили. Она быстро садит батарею. Они засели на заброшенном цементном заводе с кучей тяжелой техники. Духи, они как саранча, налетают на место и кормятся с него, пока не останется одна голая земля. Но в этот раз... Видишь стену? Они поставили какую-то примитивную охрану. Значит, они хотят остаться подольше. Зачем? Сказать сложно, но могу предположить, что это как-то связано с Солом. Если он еще у них, мы должны его вытащить. Эта караулка, наверное, как-то соединяется с лагерем. Пройдем через нее? Как вариант. Еще есть проломы в стене или плохо охраняемые участки. Видишь там следы? Смотри на следы колес. Машины были нагружены. Может, они везли технику, а может, Сол был не единственным пленником. Следы ведут к грузовику. Можешь его просканить? Похоже, Соло держали здесь. Это главное здание. Сол, скорее всего, тут. Комплекс большой. Это все равно, что искать иголку в стоге сена. Если они еще не разобрали там всю электронику, можно подключиться к камерам. Надо только найти пункт управления. Это переход. Он соединяет гараж с главным зданием. Окей, с этим уже можно работать. Вопросы есть? Да, едем за Солом. Отлично. Мич, фургон готов? Я сделал, что мог. Поглядите сами. Мощная работа? Скорее, мощная импровизация. Но это все, что у нас есть. Чуть не забыл, я тут кое-что подготовил. Если Соло еще не обнулили, ему пригодится вот это. Обогащенный суперджет, лошадиная доза. Быстро его на ноги поставят. Надеюсь. Вряд ли я смогу на себе его вынести. Ну что, мы закончили? Ви, поедешь со мной? Да, конечно. Поехали вместе. Тогда ты садись за руль. А чего не ты? Мне нужно немного отрегулировать оптику. Не могу поверить, что его вот так изловили. Ладно бы кого другого, но Соло... Ты говорила, что у него здоровье не очень. Да, но он перевозил гражданских через границу под бомбами. Однажды угнал цистерну у Петрохема, открыл клапаны, вылил пару восьмерок и поджег пустыню, чтобы детишки порадовались. Я вот помню Соло таким. У всех свои кумиры. Ну да, только... Ни хрена себе! Ты видишь? Это будет буря так буря! Выглядит страшно. Страшно будет, если мы в нее попадем. Надо ускориться. Окей, повторим план на всякий случай. Надо спрятать тачку. Оставь ее около скалы. Все, на выход. Я буду наблюдать за тобой с расстояния. А ты там внизу, береги себя. Осторожно, в этой башне сидит стрелок. А вот и главное здание. Берегись паразитов. Сол точно где-то здесь. Я это чувствую. Помни, что я тебе говорила? Найдешь пункт управления, получишь доступ к их камерам.
Панам. Кажется, я вижу Соло. Его заперли в подвале. И как он? Трудно сказать. Там темно. Хорошо. Спустись и забери его. Надеюсь, еще не поздно. Панам. Кажется, я его вижу. Он что? Живой. Вроде да. Хорошо. Хватай его и сваливайте оттуда. Сол. Ты принес мне чертову сигару. А, сигару? Я же сказал вам, черти. Сигару мне. И ледяного бухла. И пару девочек для компании. А иначе можете поцеловать меня в задницу. Тихо, Сол. Мы здесь вместе с Панам. Панам? Но она же ушла. Не совсем. Мы тебя вытащим. Ты? Я тебя помню. Ты тот наемник. Крепко тебя избили. Без этой штуки не обойдешься. О, да. Ну чего? Как он? Теперь можем и потанцевать. По-моему, неплохо. Сразу потребовал сигару и девочек. Это похоже на Соло. Пора уже дельтовать отсюда. Мы уже выходим. Поняла. Завожу мотор. Сейчас буду у вас. Ты что, обошел все их патрули? Ага. Если продолжим в том же духе, сможем выйти отсюда без единого выстрела. Точно. Там должен быть короткий путь на поверхность. Буря набирает силу. Круто. Засыплет наши следы. Думаю, это еще один повод не ехать прямиком в лагерь. Зачем такая осторожность? Только зря время потеряем. Лучше задержаться, чем погибнуть. Сворачиваю на ферму! Нам надо спрятаться! Я ее помню! Там безопасно! Надеюсь! В дом, быстро! Мне надо передохнуть. Как раз успели к ужину. Что-то не хочется. Я только что песка хлебнула. Придется тут ночевать. Электричество бы пригодилось. Ви, поищи выключатель. Я пока тут посмотрю. Бульдозеры и экскаваторы так и не приехали. Толку дорожного предложения. Все сделки с корпами кончаются ничем. Давай сейчас. Ого, работа. У нас есть свет. Черт, холодает, однако. Я пыталась включить обогреватель, но не вышло. Может, посмотришь? Вдруг у тебя выйдет. Хотя, знаешь что? Проверь лучше снаружи. Пробки выбило, наверное. Вруби там все, если понадобится, а я разожгу эту хрень. Годности истек еще до прошлой войны, но надеюсь, оно хотя бы не ядовитое. Нам сегодня прям везет. Везет?
Я бы сказал по-другому. Нас ждет проповедь. Лучше присядь. Это может тянуться часами. Проповеди не будет. Но поговорить нам надо. Насчет духов. Этого нельзя было допустить. Они хотели знать все. Наши маршруты, координаты лагерей, перевалочные пункты. Хорошо, что они не знают нашу ситуацию. Один-два набега и семьи не станет. Сейчас не время спорить. А если бы мы не решили внезапно напрямок к ним в гости, не стало бы меня. Может, ты и права. Со стилетами нам не справиться в одиночку. И надо продать нас биотехнике. Ви, скажи ему, что это херовая идея. Если хотите начать мордобой, давайте без меня. Мы иногда ссорились. Немного, как любая семья. Забудем об этом. Что ж, согласна. Если захочешь вернуться, тебя встретят с распростертыми объятиями. Но что-то нужно будет изменить. Нельзя все время лезть на передовую. Ну, начинается. Знаешь что, милый, у нас еще будет время, чтобы вцепиться друг другу в горло. Да уж, надеюсь. Ну вот, а сейчас я бы с удовольствием стримнул. Нужна помощь? Заткнись. А вы знаете, как называют такие бури в Северной Африке? Хабуб. Классное слово, правда же? Вау, что это было? Да, наверное, лекарство. Хорошо бы, конечно. А то он там явно успел нахватать по башке. Забавно. Что именно? Я редко сплю под крышей, но уже второй раз рядом со мной оказываешься ты. Когда едешь день, потом ночь и снова день, жопа прирастает к креслу и забываешь, что такое ночлег. И как? Под крышей лучше? Нет, просто по-другому. Можно даже представить, что мы в обычном маленьком мотеле. Очаг есть, бухло есть. Не хватает только зануды на ресепшн. Может, вы чего-нибудь желаете? Меня все устраивает. Как вы оцените виски, мэм? Теплое, с легким металлическим привкусом, выразительное, но мягкое. 4 из 5. Мэм, без сапог вам было бы гораздо удобнее. О, я их весь день не снимала. Надеюсь, у тебя насморк. Да ладно. После такого тяжелого дня предлагаю расслабиться и забыть про условности. И что ты имеешь в виду? Для персонала Свободной Калифорнии желание гостя – закон. Сделаем все, что захотите. Осторожнее, мало ли, что я могу захотеть. Знаешь что, Ви, надо ложиться спать. День выдался не самый легкий. Ви, я рада, что ты приехал. Спасибо. Это много для меня значит. Ты слышишь? Нет. Вот. Ветер перестал выть. С Хабубом не знаю, если честно. Но вот когда по равнинам начинает гулять чинук, я по ночам вообще не могу уснуть. Просто лежу. От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния». Желаю вам влить приятных сновидений. Смотрите, кто живой. Привет.
Нормально спалось? Молодец, Ви. Налет по всем правилам. Как там Сол, в порядке? Трещина в черепе, 6 сломанных ребер, отбитые почки. Но уже командует всеми направо и налево. А ты? Так себе. Спина просто отваливается. Вернусь в город, сразу поеду к Риперу. Надо вытащить пару пружин. А я спала, как ребенок. У тебя на плече очень уютно. Даже жалко, что мне уже сейчас надо валить. Погоди. Я думал, ты возвращаешься к Альдекальдо. Остаешься в клане. Все так и есть. Пойдем. Сол часто несет чушь и любит перестраховываться. Но в одном он прав. Духи и этот набег — это только начало. Нам надо подготовиться. Сол возьмет на себя лагерь, ну а я... Ну а ты? А я займусь разведкой. Стилетам было интересно, какие у нас маршруты. Теперь мы хотим знать, какие у них. А, чуть не забыла. Твое вознаграждение. Береги ее, она мне хорошо послужила. Она в хороших руках. Я знаю. Ну что, ладно, спасибо тебе еще раз. Давай, удачи. И тебе, Панам. И помни, я у тебя в долгу. Ну все, посмотрели на жопу мира, пора и обратно к цивилизации. Парад скоро начнется. Я буду ждать там же, где раньше. У стоек? Только не привлекайте внимания. Ви, как раз вовремя. Привет, Гуру. Выглядите на все 100, а то и больше. Правда? Я чувствую себя по-другому. Я попробовал ваш местный бургер. Ага. И как он вам? Легко зашел? Спроси у людей внизу. Парад уже скоро начнется. Я скорректировал данные ОКАДы. Советую ознакомиться с ними перед началом. Для начала, вирус действительно работает. И намного лучше, чем я ожидал. У нас есть глаза и уши в комнате охраны. Я проверил камеры и теперь знаю, на каких позициях сидят снайперы. Их трое. Нужно нейтрализовать их всех, пока они не сделали это со мной. К ним можно пройти разными путями. Первый близко. С ним проблем не возникнет. Со вторым хуже. До него надо сначала добраться. Ну и, наконец, третий из них спрятался на мосту над улицей. Мы вот здесь. Платформа Ханако-сама остановится здесь. Рядом будет аварийный выход, через который мы уйдем в конце. С этих точек ты сможешь увидеть весь парад как на ладони. Только осторожно. Снайперов обзор еще лучше. Если они тебя заметят, бам, и нет вора. И это не самое страшное. Я должен буду запрыгнуть на платформу, залезть внутрь через окно и встретиться лицом к лицу с Ханако-сама. Последнего я боюсь больше всего. Ну как, все ясно? Ты готов? В этой борьбе с огнем погибло уже 7 пожарных. И еще 40 получили серьезные ожоги и токсичные. Погодите, а у нас есть запасной план на всякий случай? А как ты думаешь? Все думают, что я предал Арасаку. Мне предстоит разговор с сестрой генерального директора. У меня нет запасных планов. Должен сработать этот. Я готов. Вопрос, готовы ли вы?
я разработал план, так ведь? В нем упущена одна довольно важная деталь. Ваш друг Ода. Ода – человек чести. Он никогда не причинит мне вреда. Ага. До тех пор, пока вы не свалитесь на голову Ханак. Я понимаю, о чем ты. На первый план выйдут инстинкты и рефлексы. Значит? Значит, мы будем надеяться, что я все еще быстрее него. Удачи вам, Гора. Очень даже зря. Кажется, вооружена. Наши враги показали свое место. Отбой. Повторяю, отбой. У нее бинокль. Акт. У нас 4000. Гора, я снял ближайшего. Жизнь. Тебе нужно попасть на балкон около зеленой стрелки и сесть в лифт. Граждан, найти. По мосту наверху ты перейдешь через улицу. Ли, важные новости. Ода с кем-то разговаривает. Я подключу тебя. Послушаем вместе. Повторяю, при подготовке допущены нарушения безопасности. Ханако-сама нужно увезти отсюда. Ты оспариваешь приказы Юринобу? Делай свою работу. Принято. Конец связи. Все, как мы и ожидали. Ода здесь. Я скажу. Если что-то выясним. Я знаю, с кем он разговаривал. Это гребаный Адам Смешер. Мужик, который тебя убил. Да он давно уже не человек, блядь. Но это очень хорошо. Я рад, что он здесь. Ты рад? Раз уж я проснулся после смерти Сабура Арасаки, придется довольствоваться одним Смешером. Что? Тебе придется? Ты-то ничем не рискуешь? Ну ладно, ладно, нам. В конце концов, решающий выстрел предстоит делать тебе. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Слишком хлипкий этот мостик. Ты уверен, что Такемура не хочет тебя так элегантно? Блять! Чуть не упал! Осторожно! Не привлекай внимания! Тот, кто убил его, пытался разрушить ценности, которые мы все растеряли. Цель поражена. Да, именно так. В глубине комнаты есть дверь, которая ведет на лестницу. Это кратчайший путь к следующему снайперу. Он высоко забрался. До связи. Ви, это снова Ода. Послушай. Сообщите о нарушении в системе безопасности. И ее нужно... Открыть огонь! Немедленно. Арасака в состоянии защитить своих руководителей. Что твоему боссу важнее? Репутация Арасаки или жизнь сестры? Ситуация под контролем. Конец связи. Ты слышал? Они начали беспокоиться. Нам надо спешить. Попробуй пройти в техническую зону. Оттуда можно забраться выше. Если не получится, пройди по этому же мосту направо. Не забывай о двигателях под платформами. Пригибайся, иначе останешься без головы. Вот, кажется, и все. Кажется, да.
Очень хорошо. Давай, я ее отвлек. Отключи ее! Хватит работать, пора отдохнуть. Блядь! Как же без вас? Я предупреждал. Я... У меня получилось. О, да. Он умер. Он дышит. Пока что. Прошу тебя, Ви, пощади его. Больше тебе уже ничего не помешает. Нужно как можно скорее двигаться дальше. Вечно вы с вашей самурайской честью. Ладно, сегодня вам повезло. Скажите спасибо вашему другу Гору. Это тебе спасибо, Ви. Так, все получилось. Я в системе. Ханако внутри. Что она делает? Пытается кому-то звонить. Подслушай. Не забудь выключить сигнализацию. Тогда я смогу войти. ありがとう、花子。 せっかくの式典だ。 やり終えなければ 悔いが残る。 Гуро, система заблочена. Можем начинать. Отоу-сама. Ханако-сама. Анатава. Ой-юшио, дока, ханаши-дэкэдому оки-кудасай. Саворо-сама ва... Чи-но-кото-о-кучи-ни-шинай. Коре-га-оре-ни-декиру-сайго-ну-го-хоу-шин-на-но-десу. Саворо-сама-но-си-ни-цуй-те-хин-чи-цу-о-каска-то-ка. Ханако-сама, буре я хатараки-то-гаримасэ, шикаси. Блядь! Он ее грохнул. Не знаю, что он сделал, но мы в полной жопе. Знал, что ему нельзя доверять. Надо было держать ему в узде. Ноги в руки и сваливаем отсюда. Ли, ты еще жив? Да, пока что. Вы о чем вообще думали? Нет времени объяснять. Найди меня. И где вы? В заброшенном комплексе апартаментов на Вайн-стрит. Третий этаж, номер 303. Постучи 4 раза. Быстрее. Заходи. Только побыстрее. Я боялся, что тебя схватили. Может, теперь вы расскажете, чем вы думали? Я применил снотворное. Она пыталась запустить свой трекер. Выбора не было. Я предложил ей чаю. Вы похитили Ханако Арасаку и предложили ей, блядь, чай? Да, она вежливо отказалась. Скажи всю правду о Юринобу. Ничего не приукрашивай и четко назови свои условия. Может, к тебе она прислушается. Ханако-сама, каре га арэй но джинбуцу десу. Доука ханаши о кейта агете кудасай. Я был в Кампеки Плаза в тот вечер, когда... убили Сабура Арасаку.
Его не отравили. Это ложь, которую распространяет ваш брат. Он и есть настоящий убийца. Нужно быть сумасшедшим, чтобы всерьез говорить мне такое. Понимаете? Я такой наглый, потому что мне нечего терять. У меня в голове ваш экспериментальный биочип. Благодаря ему я смог выжить после того, как мне выстрелили в голову. Только вот теперь этот чип меня убивает. Энграмма одного из ваших конструктов переписывает мое сознание. Если я не найду способ это остановить, то моя смерть будет очень печальной. Ханако-сан, он свидетель преступления, которое совершил ваш брат. Мы подтвердим каждое его слово, если вы поможете ему с биочипом. Ханако-сама. Ты слышал? Иди проверь. У меня очень плохое предчувствие. Съебаться. Такэмура, я не могу его там оставить. Забудь про него, он уже труп. Или хочешь присоединиться? Что за хрень? Не смей падать в обморок, ты меня слышишь? Нам надо срочно валить из города. Как думаешь, такие мотели строят специально для неудачников вроде нас? Кондёр не пашет, под матрасом старые шприцы, толчок забит. Нет, серьезно, кто, сука, приезжает сюда ночевать? Мы же от Найт-Сити, всего в паре километров. Тот, кто уезжает, сюда не заворачивает. А тот, кто приезжает, ночует, сука, в городе. Кому нужен мотель посреди ёбаного ничего? Джонни. Что? Завали свой сраный ебальник. Будь добр. К чему этот словесный понос? Кому от него легче? Ишь, как роли поменялись. Джонни, твою теперь мать! Теперь нам приходится сидеть и ждать, пока сюда вломятся штурмовики Арасаки. Если кто-нибудь постучит, разноси дверь к хуям. Мне не усралось закончить, как Такэмура. Слышишь? Тачка. Да, тачка. Блять. Только один? Палец на спуске, Ви. И ни звука. Послание для Ви. К двери не подходи. Ты спишь, что ли? Пора вставать. Кто там? Я спросил, кто там? Хочешь, чтобы услышал весь мотель, или все-таки откроешь? У меня оружие, так что без фокусов. Наконец-то. Фу, блядь. Что там за дерьмо на стене? Кровь? Да. Мотелю это последней звезды стоило. Ну так, что с посланием? Где оно? Оно перед тобой. Сейчас начнется. Что начнется? Это кукла.
Или прокси. Я должна сразу кое-что пояснить. Мое мнение не изменилось, но... Ханака? Это вы? Я больше не могу себя обманывать. Я верю тебе. Как вы меня нашли? Ты думал, что уехать из города будет достаточно. Так ему рассказал мне, что поставил на тебя трекер. Но это не так важно. Если Арасака хочет кого-то найти, она его находит. Фарфоровая сука. Жаль, что вы мне тогда не поверили. Может, Гора был бы все еще жив. Когда упоминаешь его, не забывай, что мы сейчас разговариваем только благодаря ему. Так что прояви уважение. Хорошо. Йоринобу нанес удар в самое сердце корпорации. Надо действовать, пока рана свежа. И ты мне поможешь. Ты – живое доказательство его преступления. Сперва вы помогите мне. Наверное, я неясно выразилась. Нам надо торопиться. Я тоже довольно сильно спешу. Умираю, понимаете? А из моего трупа будет довольно хреновый свидетель. Я понимаю. Расскажите мне все, что знаете о Микоши. Микоши. Это один из главных проектов моего отца. Цифровая крепость с серверами, которые размещены на орбитальных станциях. В своем роде это такая библиотека конструктов личности, оцифрованных душ. Или тюрьма. Зависит от точки зрения. Но как ни называй, там ты спасения не найдешь. Ты ничего не знаешь ни о биочипе, ни о процессе создания конструктов. Я нашел вашего перебежчика. Хельман прятался под крылом у Кантао. Мы поговорили. Он сказал, что Инграмма рано или поздно меня поглотит. Этот процесс нельзя остановить. Удивительно категоричное заключение для ученого. По крайней мере, я получил чертежи биочипа. У меня есть вся информация о технологии и какая-то техническая документация. Это пригодится. Даже очень, я бы сказала, учитывая, что Хельман еще жив. Я свяжусь с ним и объясню, что из Арасаки не убегают через черный ход. Мне удалось связаться с Альтканингем. С той самой? Да, которая изобрела душегуб. У меня есть его измененные версии. Она должна нам пригодиться. Это все, что у нас пока есть. Что дальше? Предлагаю встретиться лично. В углях. В центре города. Там безопасно. И вот что важно. И мне, и тебе теперь следует быть очень осторожными. Ну, я свое отработала. Знаешь что? Что? Было бы проще, если бы сюда вломился спецназ Арасаки. Мы получили, что хотели. Тебя от прокси так покоробило? Меня? Да иди ты. Да ты сам подумай. Еще вчера Ханака жила в волшебном мире с пони и радугами. А что перед ней оказалось сегодня? Чужой город, брат-убийца, ну и херовый вор. Поэтому она и послала прокси. Она одна. Ей страшно. Еще больше, чем нам. Ага. Щелк. Что? Что ты там щелкаешь? К твоему ошейнику пристегнули поводок. Еще что-нибудь скажешь про фарфоровую суку? Блять! Так, приготовься. Блять!
Джонни! Ты еще не умираешь. Я тобой займусь. Джонни! Так пахнет морской бриз. Вставай. В Пасифике в это время красиво. Этот приступ меня чуть не обнулил. Почти. Мы в Пасифике? Что это за здание? Бывший отель Пистис София. Сейчас мы единственные гости. Хочу тебе кое-что показать. Идем. Почему? Почему ты привел меня сюда? Погоди минуту, сейчас узнаешь. Ты забрал тело. Не мог же я тебя там просто бросить. Ну как? Ты что, хотел принять таблетку? Ну что за херня? Если бы я хотел получить полный контроль, я бы принял ее раньше. Думаю, я нарушил твой план, когда внезапно проснулся. А я думаю, что ты боишься смерти и хочешь на ком-то сорвать злость. Полезай через окно. Думаю, с этим-то ты справишься. Хотел знать, зачем я тебя сюда привел. Вот тут, где я стою, есть тайник. Открой его и посмотри, что там. Это твое? Было раньше. Теперь уже твое. Ого, 50 лет назад. Война в Мексике? Я был молод и глуп, как ты, и записался в корпоративную армию. В Мексике я понял, что какую войну ни возьми, побеждают всегда корпорации, а проигрывают обычные люди. Ну и ты, конечно, решил рассказать об этом миру в песне. Сперва я свалил из армии, потом закрылся в этой комнате, лег на кровать и месяц тупо смотрел на вентилятор. Очень хотелось бы сейчас лечь и смотреть на вентилятор до бесконечности. Вот я и привел тебя сюда. Я не хочу, чтобы ты проводил недели и месяцы в бессмысленном ожидании. Зачем ты мне их отдаешь? Представь, что мы на войне. Сражаемся вместе, плечом к плечу. Скажи, ты закроешь меня от пули? Да, да. Закрою. Это жетоны человека, который в Мексике пожертвовал жизнью ради меня. Я долго думал о нашей истории. Надеюсь, ты понимаешь, что я на твоей стороне. Когда придет время, я отдам за тебя жизнь, а сам исчезну. Жетоны напомнят о моем обещании. Я сделал бы то же самое. Да? Спасибо. Неужели ты правда думаешь работать с Ханако? Есть идеи получше? Еще нет, но есть просьба. Какая? Адам Смешер, тот хуй, который меня убил. Чтобы со мной не случилось, я хочу знать, что его конец будет мучительным и страшным. С чего это ты вдруг сейчас про Смешера вспомнил?
Не понимаю. Когда мы его видели... Не было случая поздороваться. Поэтому надо найти его и закрыть эту страницу. Это твое последнее желание? Месть? Это еще не все. Еще я хочу, чтобы с тобой пошла бестия. Для меня это так же важно, как и для нее. Не думаю, что бестия сентиментальна. Да, ты говорил, что она стала циничной сукой. Да и времени много прошло. Поэтому я сам освежу ей память. Просто прими таблетки Мисти, а я по-быстрому решу все вопросы. Ты понимаешь, что я от этого плана вообще не в восторге? Я поговорю с Бестией насчет Смешера и сразу отдам тебе тело. Обещаю. Хельман говорил, что ты попытаешься это сделать. Перехватить контроль над телом. Андерс Хельман? А напомни, чем он тебе помог? Может, не помог, но и не навредил. Бестия — это просто предлог. Для чего? А, чтоб я наконец забрал у тебя управление. Или придумал какой-нибудь самоубийственный план налета на Арасаку. Я же тебя знаю, Джонни. Последний раз говорю, нет никаких планов. Ты пока не заслужил мое доверие. Это должно работать в обе стороны, Ви. Уж очень тебе нравится всегда и во всем меня контролировать. Мне и себя-то не нравится контролировать. Это ты принимаешь идиотские решения. Я могу только советовать. Или просить об одолжении. Вот как сейчас. Расскажи по пунктам, что ты хочешь делать. Я скажу бестии правду и попрошу ее о помощи. Привет, меня тут выгнали из ада. Решил к тебе зайти. Нет, мне нужно просто сказать ей про Смешера и повспоминать старые времена. Она сразу клюнет. Хорошо. Я это сделаю ради тебя. Спасибо тебе, Ви. Отвези меня в посмертие. Обещаю, ты не пожалеешь о своем решении. Мне вроде получше. Пора идти. А мне еще покалывает там, где у тебя сердце. Это уже вряд ли пройдет. Отель Пистис София, я правильно запомнил? Угу. Хорошее место, чтобы умереть. Но не сегодня.